Подмосковные отходы на Александровской земле. Почему жители вышли на улицы с плакатами и какие нарушения обнаружил общественный контроль в работе александровских властей. Во Владимире впервые прошел забег ползунков. Подробности вам расскажу я, Ирина Началова. Праздничное шествие, большие гонки и поздравления от знаменитостей. Как Владимир День города отмечал. Самые необычные и интересные мероприятия в наших материалах. В эфире новости 24 на шестом канале. В студии Анастасия Кузина. Здравствуйте. Минувшей ночью сотрудники ДПС догоняли ВАЗ-2104 в черте Владимира на 187-м километре трассы М7. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Из-под капота машины валил дым. Лобовое стекло было разбито. Автомобиль выезжал на встречную полосу, стараясь уйти от преследования. Но через 3-4 километра нарушитель резко съехал в кусты. Водитель и пассажир выскочили из салона и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Как показало медосвидетельствование, водитель 88-го года рождения был пьян. Кроме того, по приговору суда он уже отбывает наказание за кражу в колонии-поселении. Предположительно, накануне его отпустили домой. Автомобиль же, по предварительным данным, был угнан в Киржаческом районе. И, кстати, был еще один автомобиль, на котором преступник решил покататься. По факту угонов возбуждены уголовные дела. На свободу теперь уже угонщик вернется не скоро. И оба автомобиля обнаружены. То есть первый он бросил, где забрал вторую машину, и уже на втором транспортном средстве был задержан нашими сотрудниками. За рулем он находился в перчатках, то есть для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев в салоне автомобиля, и также находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна авария случилась в небе. В Судогодском районе упал дельталет. Обошлось без жертв. Управлял им житель Владимира 56-го года рождения. Падение произошло с высоты 15 метров. Пилот остался жив. С ушибом грудной клетки и переломом ноги он был доставлен в Судогодскую райбольницу. Причина падения дельталета сейчас устанавливается. Скорее всего, он упал из-за технической неисправности. Известно, что дельталет был частный и принадлежал пилоту. Жители Александровского района взбунтовались против экологического беспредела. Пока вся округа утопает в мусоре, местную муниципальную свалку передали частнику, который без разрешения и контроля начал завозить туда отходы из Подмосковья. Какие проблемы, кроме мусорной, выявили представители общественного контроля, побывав в Александровском районе, в нашем следующем материале. Активисты молодежного движения «Елки» уже вторую неделю живут на свалке в знак протеста против беспредела чиновников. Несмотря на распоряжение в Рио губернатора заморозить объект, сюда продолжают один за другим прибывать машины с московскими номерами. Причем поток растет с каждым днем. Что неудивительно, ведь недавно в Московской области закрыли более половины свалок. Как сказали, что теперь из Москвы мусор к нам вывозят, и тут просто жить нереально, особенно когда эта свалка начинает гореть, весь город задыхается. Староста деревни не скрывает, жить в Машково становится страшно. В этом году никто из дачников не привез сюда детей на все лето. Еще бы, недавно в деревне разом погибли все хвойные деревья, а пить местную воду просто страшно. Мы раньше ходили за грибами, за ягодами. Теперь мы в ту сторону, где свалка, где ее построили, мы вообще туда не ходим. У меня в деревне дома продаются, не хотят покупать, потому что экология плохая. Мы уже боимся и воду топить. Может, там у нас что-то натекло. Вот всякая зараза. В выходные активисты «Елок» временно покинули лагерь и перебрались в райцентр, расположенный по соседству. Монстры и вурдалаки, гуляющие по городу, словно символизируют, в кого превратятся александровцы через несколько десятков лет, если не остановить беспредел. Что характерно, пока местная свалка заполняется московскими отходами неизвестного происхождения, сам Александров утопает в грязи. Я вот сейчас живу. Все везде завалено.
Был организован и сбор подписей за досрочную отставку главы города Анатолия Равина и главы района Сергея Смолева. Всего за один день подписей было собрано более 6 тысяч. К слову, для того, чтобы выиграть выборы мэра Александрова, тому же Равину понадобилось втрое меньше голосов. Сейчас собираем подписи, планируем собрать порядка 10 тысяч. В данный момент собрали где-то около 6. О бездействии местной власти сегодня трубят и общественные деятели, которые побывали в Александрове. Они и депутаты Заксобрания пытались понять, кто именно, город или район, виновен в сложившейся ситуации. Но выяснить этого не удалось. И глава города, и глава района просто покинули встречу с населением. Вначале пришел только Равин. Разговор как бы начался с ним, и когда наша комиссия стала задавать вопросы ему, то в ответ мы только слышали: «Я не готов, вы меня не предупредили, я был сейчас на телевидении». Потом появился товарищ Смолев, с ним тоже попытались говорить, он что-то нам пытался здесь объяснять, что-то говорить, но вразумительного, по-моему, так никто ничего не понял. Хочется закрыть глаза, когда видишь этот мусор, который кругом в городе Александрове. А когда главы начинают спорить, чьи эти полномочия, и кто должен убирать этот мусор, хотя сами живут в этом же городе, просто стыдно немножечко становится за эту власть. Собранные подписи на следующей неделе будут переданы в Рио губернатора Светлане Орловой. Видимо, стоит ждать нового визита главы региона в самую проблемную точку области. Александр Инин, Евгений Локтионов, Леонид Новиков, 6 канал. Главным же событием прошедших выходных стали масштабные гуляния, посвященные Дню города. Интерактивные площадки, аттракционы, артисты самых разных жанров. Как Владимир отметил свой 1023 день рождения, узнали наши корреспонденты. Открывался праздник традиционно – шествием. Впереди князь Владимир со своей свитой, следом царь Петр, ну а за ними то, без чего нельзя представить Владимир современный. Предприятия, заводы, всего в колонии больше 2000 человек. Здесь и троллейбус, из которого неожиданно появляются танцовщицы, и мотоциклисты, спортсмены, врачи, полицейские. Все направляются на Соборную площадь. Здесь горожан ждет официальное открытие праздника. На сцене первые лица не только города и области, но и страны. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поделился планами государственного масштаба. В строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань, у Владимира есть своя роль. Мы надеемся, что к 2018 году все эти проекты будут запущены. Вместе с ВСМ здесь будет запущен и аэродром, логистический центр. Это все принесет экономике Владимирской области новые инвестиции. Этот день города от прошлых отличался многочисленностью мест отдыха. Такой разнообразной программу праздника сделали специально. Мы гораздо больше внимания уделили интерактивным площадкам, которые расположились в центральной части города, в парке Липки, Пушкина, на Театральной площади. Так что уверен и надеюсь, что всем жителям и гостям, которые придут на наш праздник, будет уютно, комфортно и интересно. К празднику преобразился центр. Все здания выглядят как новые. И главное, о чем говорят и руководители города, и просто владимирцы, видны перемены. Я думаю, что не менее 15 тысяч сегодня жителей города собрались здесь, на этой площади. Прошли шествие, отмечают этот замечательный праздник. Город Владимир развивается, живет. Я уверен, что у города Владимира самое великое будущее. Процветает. Вот такого же прогресса, вот, который был за последние десятилетия. Очень преобразился город, красивый, яркий. Еще одно традиционное действие в день города – хоровод вокруг Золотых ворот. Сотни владимирцев окружили главную достопримечательность города и танцевали. Новшеством же праздника стал огромный пирог, который подарил горожанам Владимирский хлебокомбинат. Первый кусок отрезал глава города. Пирог, который только выпекали. Два дня попробовать смогли самые расторопные, но и те, кому лакомство не досталось, погуляли на славу. Городу, ну, наверное, любви, счастья, иногда терпения, ну и чтобы совместными усилиями сделать наш город еще лучше. Здесь жили, здесь ваяли, здесь побеждали наши прадеды, наши предки. Здесь живем мы, здесь будут жить наши дети, наши внуки. Я хочу поздравить всех с замечательным праздником, Днем города. Мы очень любим наш город. С праздником, Владимир! Я люблю свой город. Генек Стенко, Иван Литков, 6 канал.
И уже традиционно в День города прошли соревнования парашютистов. На Соборной площади профессионалы участвовали в турнире на точность приземления. У спортсменов было по 3 попытки. Чем точнее попадание в круг, тем лучше результат. Меткость приземления демонстрировали больше 20 парашютистов из России и Украины. У каждого на счету несколько тысяч прыжков. Для них сложные метеоусловия и ограниченная площадка с людьми – сложности условные. Владимирский спортсмен Дмитрий Максимов, выступавший одним из организаторов соревнований, признал, что главная цель своеобразного Кубка чемпионов – порадовать владимирцев. Все эти соревнования мы как раз и приурочивали ко Дню города, чтобы максимально украсить этот замечательный праздник, чтобы показать красоту парашютного спорта, красоту неба жителям города. А когда, как не на День города, это сделать? Ну а любители активного отдыха соревновались на стадионе «Лыбедь». Там прошли первые во Владимире спортивные старты «Большие гонки». 6 городских команд азартно демонстрировали силу и ловкость на специально арендованных в столице препятствиях. В перерывах между этапами болельщиков развлекали узбекские канатоходцы и московские барабанщики. Подробности у Оксаны Любимовой. Большие гонки – это класс! Победить попробуй! Из тренировок, сочинения кричалок и просмотр видео международного проекта «Большие гонки». Никакой специальной подготовки. Арендованные в Москве препятствия на стадионе установили прямо в день соревнований. Чтобы лучше пройти дистанции, некоторые даже рисовали специальные схемы. Я подготовил такие маленькие чертежи. Даже так, для того, чтобы людям было объяснить, на чем они будут использоваться и как они должны прыгать и бегать. Самое главное – это участие, задор, для того, чтобы поднять настроение людям. На практике все оказалось намного сложнее. С первого этапа стало понятно, справиться с детскими, на первый взгляд, батутами – задача не из легких. Даже обуздать надувных лошадей сразу получается не у всех. Все не так легко, на самом деле, как здесь все кажется. Некоторые конкурсы совсем нелегкие. И вот пугает меня то, что не везде есть маты. Потому что с некоторых батутов вылетаешь, выносит, да, тебя. Вот, а маты там на земле нет. Вот это меня пугает сейчас. Почувствовать себя белкой в колесе, перетянуть канат у соперников, участников активно поддерживают трибуны и товарищи по команде. Все отлично. Замечательная идея. Очень хорошо. В перерывах между этапами публику развлекали танцоры из Иваново и московские барабанщики. Гвоздем развлекательной программы стало шоу узбекских канатоходцев. Трибуны с замиранием сердца наблюдали за выступлением 2-летней девочки и трюками с мешком на голове. Было очень смешно, когда катались на лошадях, прыгали. Они были классными и веселыми эти соревнования. Было немножко страшно, когда дядя шел в мешке по канату. Задания усложнялись с каждым этапом. Даже получив несколько раз по голове надувными грушами, никто из участников не собирался сдавать позиции. Ощущение очень здоровое, такой адреналин играет. Особенно, как я уже говорила, первый конкурс. Это было что-то с чем-то. Я думаю, на середине трассы все. Организаторы соревнований не исключают, что в будущем большие гонки станут традиционной частью Дня города. Оксана Любимова, Леонид Новиков, 6 канал. И мы продолжаем наш выпуск. Главное событие Дня города – большой концерт на Соборной площади. Олег Газманов, Валерия Самоцветы, Дмитрий Харатьян, Татьяна Веденеева – все они приехали поздравить Владимир с днем рождения. Вместе с владимирцами за выступлениями артистов и финальным фейерверком следил наш корреспондент Алексей Соков. Ближе к вечеру Соборная площадь города Владимира заполнилась до предела. Владимирцы и гости города признаются, что пришли посмотреть на именитых звезд. И, конечно, традиционный праздничный салют. 100 тысяч человек. И это только официальные цифры принявших участие в праздновании Дня города за сутки. Вместить всех Соборная площадь не могла. Но радости тех, кто пробился поближе к сцене, не было предела. Конечно, ведь впервые во Владимире такие известные артисты. Но отнюдь не все горожане восхищались выступлениями звезд первой величины. Кому-то ближе оказались доморощенные коллективы. Мне понравились владимирские, этот фольклор, вот этот владимирский, я очень люблю, ансамбли вот наши, вот местные владимирские. Большие звезды мы видим часто по телевизору, а наши вот сейчас увидели. Но настоящий звездопад все же обрушился на Владимир. Начали его легендарные самоцветы. Солисты зажигали так, что фору могли дать любому молодому артисту. А благодарная публика отвечала своим кумирам тем же. Yeah.
А здесь, поскольку Лена задает весь тонус, так что мы держимся, тянемся за ней. Да нет, еще всегда сами люди. Вот когда люди уже видно, и немножко далековато, конечно, но все равно видно глаза, вот это все. И от этого еще больше идет завод, может быть, даже иногда и перебор бывает. От души, честное слово, души, и город просто супер, ребят. Когда же вечно молодой гардемарин Дмитрий Харатьян с очаровательной партнершей по сцене Татьяной Веденеевой объявили выступление следующей артистки, восторгу владимирцев не было предела. Певица Валерия тоже приехала поздравить древний город с днем рождения. Я хочу от всей души пожелать не менее яркого настоящего и будущего вашему прекрасному городу. Будьте счастливы! Отметим, что от приезда и выступления именитых звезд городской бюджет не пострадал. Этот концерт – подарок от Министерства культуры России. Ну, вообще понравились московские артисты. Замечательно выступают. Валерии понравилось, самоцветы. Сейчас ждем Газманова. И народный артист России не заставил себя долго ждать. Он появился на сцене, как всегда, в своем фирменном стиле. Завершил субботний праздничный вечер долгожданный салют. И в сердцах владимирцев эхом звучала песня Олега Газманова, которую он исполнил вместе с владимирскими детьми. Алексей Соков, Артем Горчаков, 6 канал. И о спортивных событиях. Матч-реванш во Владимире. Футболисты «Торпедо» провели очередную игру в первенстве страны против самого принципиального противника – ивановского текстильщика. И футболисты, и болельщики черно-белых ждали реванша за поражение в матче на кубок. О том, кто победил на футбольном поле и за его пределами, расскажет Евгений Локтионов. На дерби во Владимир добрались далеко не все ивановские болельщики. Накануне матча владимирские фанаты совершили провокационную операцию. На трех газелях они приехали в Иваново, избили местных фанатов, а также отобрали у них шарфы, которые были сожжены уже во Владимире. На футбольном поле владимирцы тоже начали резво. Уже на второй минуте Алан Балоев мог открыть счет, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. Текстильщик ответил опасным штрафным ударом, и лучший бомбардир ивановцев Анзор Саная открыл счет в матче. Спустя несколько минут лидеры турнира едва не забили второй гол. Каким-то чудом мяч попал точно в руки нашему вратарю. После этого момента владимирцы полностью перехватили инициативу. Однако мяч упорно не шел в ворота. Но на последних минутах матча торпедовцам все же удалось сравнять счет. Сергей Дубровин неотразимо пробил в девятку. Во втором тайме ивановцы имели отличный шанс вырвать победу ударом со штрафного. Владимирцы же пытались использовать явные преимущества в скорости. Казалось, все закончится по его ничьей, но стремление торпедовцев к победе в этот вечер было явно сильнее. Шла четвертая добавленная минута матча, когда черно-белые заработали право на угловой. Победа со счетом 2-1 вывела нашу команду на 7-е место. Да и от фаворита турнира текстильщика мы теперь отстаем всего на 3 очка. Кстати, за ивановскую команду играют только 3 местных футболиста, а торпеда состоит исключительно из собственных воспитанников. За исключением двух вратарей, только владимирский. Вот от этого, я считаю, это правильно в нашей ситуации, во владимирской ситуации. Да, это абсолютно правильно. Насколько я понимаю, Светлана Юрьевна любит Владимирское. Поддерживайте нас, да, поддерживайте. Владимир Владимирский. Очередную игру наша команда вновь проведет на домашней арене. В воскресенье 25 августа «Торпедо» сыграет с подмосковными «Химками». Евгений Локтионов, Иван Людков, 6 канал. И на сегодня это вся информация. Не забывайте, что выпуск новостей 24 на 6 канале теперь выходит в 19:00 и в 23:30. И звоните нам в редакцию по телефону, делитесь своими новостями. 36 66 66. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.